Табак-махорка – однолетнее растение из семейства пасленовых. Является одним из самых короткоживущих видов табака, который успевает пройти полный цикл развития от прорастания до созревания семян в условиях средней полосы России. Исходный ареал табака располагался в Центральной и Южной Америке. Точное место происхождения установить нельзя из-за раннего начала культивации вида. Затем и было распространено по всей Северной и Южной Америке. После открытия Америки европейцами также распространилось по всей Евразии. Растение широко культивируется, изредка дичает, встречаясь по свалкам и кучам мусора. В настоящее время выращивается сравнительно с другими видами рода табак редко. Срок цветения вариабелен, зависит от сроков высева, обычно с середины июня до июля. После завязывания плодов цветение прекращается и растение погибает, однако при обрывании завязей повторное цветение наступает через месяц. Опылителями являются различные пчелы и шмели, ночные бабочки. Зеленые цветки днем слабо заметны для опылителей, не имеют запаха, поэтому посещаются только крупные растения или группировки, где есть достаточное количество цветков. При отсутствии опылителей цветки могут самоопыляться без помощи внешних факторов. Наградой для опылителей служит обильный нектар. Пчелами посещаются хорошо, при средних и значительных размерах посевов способен давать большой взяток. Цветки этого табака имеют короткий и широкий венчик, который обеспечивает доступ различным опылителям, имеющим хотя бы небольшой хоботок. Как правило, первыми цветки табака обнаруживают шмели. Цветки являются малозаметными из-за сливающейся с листвой окраски и отсутствия запаха. Поэтому, когда первый шмель-разведчик все-таки обращает внимание на легкую желтизну венчика и посещает цветок, то обнаруживает обилие накопившегося нектара. Поскольку цветки продолжают выделять очень много нектара, то вскоре вся семья шмелей, обнаружившая табак, переключается на него. Из-за такой популярности небольшие посадки табака обычно оказываются монополизированы одной семьей шмелей. В этом году это городской шмель. Поскольку у этого вида хоботок короткий, то насекомым приходится забираться в цветок целиком.
Полевого шмеля привлекли запаховые метки монополистов, оставленные на цветках, но нектар был ими уже в основном выпит. При повторном цветении вид монополист сменился. Теперь это были садовые шмели. Благодаря длинному хоботку им не нужно было глубоко забираться в цветок, чтобы выпить полностью нектар. Семьи шмелей к этому времени уже распались, но благодаря оставляемым запаховым меткам все самцы и матки, пролетавшие мимо, посещали цветки табака. Эти же запаховые метки привлекали на табак и медоносных пчел. Чтобы добраться до нектара, им также приходилось забираться в цветки целиком. Несмотря на монополию шмелей, в каких-то из них нектара было все еще много, что привлекало от насекомых. Для двукрылых венчик был слишком длинным, и нектар был недоступен. Одна из журчалок попыталась питаться пыльцой, которую почти стерли на себя шмели. Зеленый цвет цветков также не способствовал их привлекательности уму. Ночью цветки начинали испускать аромат, привлекая бабочек. Цветки были окрашены светлее листьев, что помогало ночным опылителям их визуально найти. Для огневок с коротким хоботком нектар казался недоступным.
но со временем они приноровились забираться вглубь цветка. Обилие нектара привлекало и самых эффективных ночных опылителей – совок-металловидок. Эта группа бабочек имеет длинный хоботок и постоянно находится в движении, чем-то напоминая более известных бражников. Поэтому для кормежки они выбирают самые нектаропродуктивные цветки. Для табака это лучший ночной опылитель.